здравствуйте, друзья, пчеловоды, подписчики. Хотел бы небольшой ролик отснять, ребят, подсказочка такая. Вот, пользуюсь я удалителем пчел с помощью трубочки, скажи, пожалуйста, которая вставляется в верхний магазин. Вот, какие-то моменты я заметил по поводу этой работы. В общем, когда мы отделили магазин от основного корпуса пленкой и развернули литок на 180 градусов в обратную сторону, пчела в основном вся вышла. Но если будут рамки, допустим, не запечатанные, в основном там большая часть запечатанных, пчелы останется в корпусе очень много. Вот, у меня попался один корпус такой, я уже в этом убедился. Если рамка не запечатанная, пчелы остается очень много. Как и в основном во всех ульях, она неохотно покидает этот магазин через трубку. Но если мед почти что запечатанный, как в основном, вот, пчелы остается мало. Вот я прошел несколько улей, еще один улей хочу показать, вот, ребят. Вот. Чем удобно этой работой пользоваться? Вот. Тем, что мы ускоряем себе процесс отбора меда. Отбираем мед просто быстрее. Не надо порамочно перебирать. И процесс удаление пчел с помощью воздуходувки, для пчел, мне кажется, он вообще безболезненный, потому как мы не трем щеткой. Я уже смотрел, реально, пчела не жалит совершенно. Вот, покажи, сколько пчел осталось, Свет. Вот. В основном этой части, вот приблизишь. Вот, а в основном здесь пчелы как таковой нету. Вот сейчас мы ее дунем. Вся летная пчела, а здесь, как, ну, в основном, как здесь, на меду, на печатный мед, если видите, вот рамочки печатные, вот, нижняя часть вот буквально не печатная, а остальное печатная рамка, я могу достать, показать. Достань. Вот, и поэтому пчела уходит вся, практически вся. Все, можно забирать смело магазин сразу на откачку. А рамку ты говорил, покажи. Сейчас отключу. Достанем с середины. Вот такие рамочки. Вот такие рамочки я забираю. Есть чуть меньше. Ну, сейчас соседнюю снимаешь. Просто-напросто. Вот такого плана. Вот. Соседнюю еще одну. Чтобы не думали, что я что-то придумаю. Вот такого плана. То есть, ну, в основном рамка печатная, попадается кое-где. Вот. И пчела уходит моментально. Если оставится рамка, будет непечатная. Пчела уходит неохотно с этой трубки. Этот метод работает, но только при одном условии. Так что, ребята, пробуйте. И чем удобно, что пленочка уже стоит, я уже гнездо не тревожу. Грубо говоря, пчелы работают на медосборе. Спокойно. Трубки я ставил вчера. Вчера поставил. И сегодня в обед забираю смело. Можно забирать было вчера даже вечером. Так что такой видеоролик, такой моментик. Работает этот способ. Удобный, быстрый. Так что решать вам. Не надо пчел выдувать. Их там немного. Буквально, ну не знаю, ну максимум 50-100 штук. Что такое вроде. Все, спасибо, ребят.